Решение житейских проблем для наших сограждан не всегда бывает легкими. В поисках справедливости славянцы записываются на прием к руководству района. Глава Славянского района Роман Синеговский и межрайонный прокурор Алексей Долган провели совместный прием граждан. Славянцы обратились к руководству с четырьмя вопросами, два из которых – межевые споры, когда неправильные с точки зрения заявителей действия соседей создают немалые неудобства. Им было обещано разбирательство. Проблема может быть решена только в рамках существующего законодательства. Кроме того, было обращение по поводу установки дополнительного лежачего полицейского с целью снизить скорость проезжающего транспорта и еще один личный вопрос. В соответствии с поручением президента Российской Федерации 12 декабря был проведен Всероссийский день приема граждан. Жителей принимали глава Славянского района, главы поселений, руководители структурных подразделений. Основные вопросы, с которыми пришли на прием славянцы, это ремонт дорог и тротуаров, оборудование уличного освещения, оформление земельных участков и ряд других. Все вопросы взяты на контроль для их дальнейшего решения.